Кубок Гагарина вновь в Омске. Воспитанник хоккейной школы «Авангарда» Егор Чинахов представил болельщикам главный трофей континентальной хоккейной лиги в омском велотреке. Это кубок не только же команды, это все болельщики этого ждали. Поэтому я думаю, что каждый должен подойти сфотографироваться с этим кубком. Спасибо большое Егору за этот праздник. Кубок Гагарина впервые вижу вот так вот прямо, чтобы потрогать его, так сказать. Спасибо. Эмоции, конечно, до сих пор еще... грандиозно. 20-летний нападающий завоевал кубок с первой попытки. Признался, что чувства по-прежнему сильны. Блестящая победа навсегда останется в его сердце. Другие эмоции, это другая команда, можно сказать. Поэтому самые, да, наверное, счастливые моменты были в плей-офф. У нас была как одна семья, поэтому вся заслуга – это полностью команда. Успех Егора – пример и ориентир для всех молодых омских спортсменов. Одним из первых форварда поздравил заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник. Хотел сказать большое спасибо Егору Чинахову, что позволило омичам получить такую возможность сфотографироваться с кубком, пообщаться с самим Егором. На самом деле это очень важно, потому что это действительно молодой наш хоккеист, перспективный хоккеист, будущая звезда наша. Поэтому, конечно, смотря сегодня на людей, которые пришли, очень много детей в футболках, в свитерах «Авангарда». Это будущие хоккеисты, и, возможно, уже через 12-15 лет именно они привезут в этот велотрек или еще куда-нибудь новый кубок. Самая красочная часть праздника – фото и автограф-сессия. Для меня, как омички, в принципе, это очень трепетно. В принципе, этот момент, что я здесь нахожусь, что я могу потрогать этот кубок, где-то обнять его, обнять нашего хоккеиста и поблагодарить его за победу. Мы очень долго ждали этого. Я сама за «Авангард» болею с 97-го года, с 7 лет. И поэтому долгое ожидание, конечно, это большие эмоции, это очень круто. Я болельщик «Авангарда» и очень рад, что «Ястребы» выиграли. Мне очень понравилось, как они играли. И я болел до самого конца. Я очень рад, что могу сфоткаться и получить автограф от Егора. Поклонники «Авангарда» пожелали Егору успехов в Национальной хоккейной лиге. В новом сезоне Чинахов будет выступать за клуб «Коламбус Блю Джекетс». А хоккеист, в свою очередь, попросил болельщиков все так же горячо поддерживать «Ястребов».